Друзья, всем привет! Наступило 1 августа, вступили в силу новые правила посещения курортов Краснодарского края. Напомню, теперь при заселении в любой отель с вас обязаны потребовать сертификат о вакцинации, либо официальная справка от врача, что вам противопоказана прививка. Еще раз повторюсь, неважно это отель, пансионат, гостиница, частный сектор, даже если это какая-то бабушка сдает комнату именно вам, но у нее открыто ИП, к ней могут приехать с проверкой и проверить, кто к ней заселился. Выписал из интернета абсолютно случайные номера телефонов гостиниц. Сейчас позвоним в каждую из них и посмотрим по факту, будут ли требовать они прививку или нет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хотели забронировать номер у вас с 15 по 20 августа, свободно? Двухместный. Так, сейчас посмотрим. Да, с 15 по 20 свободно. Угу. А подскажите, сертификат, вот сейчас новые правила вступили, сертификат требуете? Нет, нам это не нужно, нам ничего не нужно, только ваше присутствие. Я понял. Ну, как вы слышали, ничего не нужно. Личный разговор, конечно, я буду вырезать, чтобы сократить наше видео. Звоним дальше. Алло, здравствуйте. А подскажите, хотели забронировать номер у вас с 15 по 18 августа, свободно? А какие расценки у вас? Двухместный. Двухместный, да. Эконом нету. Угу. Стандарт 15-го тоже нету. Понятненько. Спасибо. А вообще подскажите, вот новые правила, вот эти прививки, нужны вам при заселении или нет? Ну, нам, по крайней мере, нужны тесты. Ага, то есть без теста нельзя будет заселиться у вас, правильно, все равно? Нет. Я понял, спасибо. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот хотим заселиться с 15 по 18 двухместные, есть у вас номера? Да. Есть. Есть, да. И сколько стоимость? 4200 в сутки. Я понял. А до моря далеко у вас? Первое береговое. Я понял. А еще подскажите нюансы. Вот сейчас новые правила. Требуете прививки, вот эти сертификаты? А либо на личный ПЦР, либо прививок. Ну, то есть требуете, да, все равно? Либо ПЦР-тест, либо да. Прививка. Да. Все, я понял, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. Настоящий бой. Алло. Алло, здравствуйте. А подскажите, хотели забронировать номер. Какая стоимость вообще с 15 по 18 на 3 дня хотим? Ну, на 4 по факту. Еще раз. С 15 по посмотрим. С 15 по 18. Трое суток, да? Да. Ну вот смотрите, одна комната эконом вариант есть. Будет стоить 1800. Ага. А скажите, до моря далеко у вас? Ну, пешком минут 15 от силы 20. Угу. Я понял. И еще подскажите, вот сейчас новые правила, там вот эти прививки, вы требуете что-то или ПЦР-тесты? Нет, у меня частный сектор, как бы нет. Ага. Нет. Я понял. Главное, чтобы вас пустили сюда. Ага. Алло. Алло, здравствуйте.
Подскажите, хотел забронировать номер у вас. Подскажите, с 15 по 18 августа, ну, какая стоимость будет? На 3 дня? Да. А вы один или? Двое, двухместный. Двухместный номер 3000 стоит. А до моря далеко это? 5 минут пешочком. Пешочком. Я понял. А еще подскажите, да. Вот сейчас новые правила, требуете вы тесты, сертификаты, там что еще надо? А, да нет, особо не надо ничего, да? Да, да. Вы на машине или на... Да, на машине будем. Угу. Я понял, ну... Да. Я рассмотрю еще. Звонить. Да, звоню варианты, да, посмотрю, да, все, да, спасибо. Ага. Да. Тоже не требует. Набираем следующий номер. Да. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хотел забронировать номер с 15 по 18 августа. Стоимость подскажите. А на сколько берете? Минимальный срок неделя у нас. 7 дней? Ну, можно 5 дней. Я понял. Ну, а сколько стоимость? Сколько человек? Двое, двухместный. 2500. А до моря далеко у вас? 3 минуты. Ну, то есть, прям рядышком, да, я понял. А еще да. Подскажите, вот эти новые правила, там, ПЦР-тесты, прививки. Никакие, ничего не нужно. Я понял, спасибо. Сейчас рассмотрим еще вариант, да. Если что, позвоню. До свидания. Алло, добрый день. Подскажите, пожалуйста, хотел забронировать номер у вас с 15 по 20 августа. Сколько стоимость? Я бронирую несколько гостиниц, на какую именно вы посмотрели. А я не знаю, мне номер телефона мне скинула жена, там нашла в интернете. Она по Витязева Лесуко. Ну, Витязева. Витязева номер трехместный. Двухместный, двое нас. Двухместный номер на Восточной 17А, есть бассейн, кухня и кафе на территории со всеми удобствами, 2200 за сутки. Ага. Я понял. А до моря сколько там примерно? До моря 10-15 минут. 10-15 минут. Есть 100 метров до моря, это то есть 2 минуты. Там получается номер стоимость 700 двухместный. Угу, то есть дороже. А еще подскажите, вот эти новые правила, требуете вы прививки, вот эти сертификаты вакцинации, как они там, ПЦР-тесты, что-то надо вам? А у вас нет прививки? Нет. А метадвод есть? Нету. Алло. Алло. Да, слышно? А? Нет, нет у нас медотвода, да. Ничего такого нет. Ну, то есть ничего не делали мы. Делать нужно. То есть нельзя, да? Я понял. Вот такие вот вопросы интересные обсуждаете. Нас за каждый телефонный разговор штрафуют какой-то. Я понял. Проверяющая администрация, нам позвоните. Я понял, извините, ладно, до свидания. Ну, видимо, побоялись сказать, что нельзя по телефону. Я думаю, по факту не будет требоваться, мое предположение. Я обзвонил около 15 номеров, только в 3 из них сказали, что требуется сертификат, либо ПЦР-тест, либо отвод от врача. И в одном случае сомневались. Ну, те, которые требуют, это крупные гостиницы. Звонил я по всему побережью. Анапа, Геленджик, Архипка, Сочи, Адлер и так далее. В общем, если заезжать в частный сектор, то можно свободно заселиться без всяких прививок. Возможно, это до первых проверяющих. Сегодня на дворе у нас лишь 3 августа. В общем, так дела обстоят. Было полезным это видео. Поддержите лайками, балалайками. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Постараюсь ответить. Подписывайтесь на канал. Обязательно сделаем подобные выпуски не один раз. Будут свежие новости. Обязательно поделюсь с вами. До новых встреч. Обнял, приподнял, поставил. Увидимся.